Крайний час на экран предприятия «Польская». Крайний завод «Армака». Сегодня, 29 числа, вечером подошла проходная женщина с порождением молодого человека. Представилась, сказала, что она представитель группы компании «Легион», с порождением сотрудника какого-то ЧОПа, не представился он какого ЧОПа. Сказали, что якобы она приехала сюда, якобы вынесено решение суда, что управляющий, конкурс управляющий завод отстранен, и они теперь представляют здесь интересы. Ну и просили связаться с нашим руководством для какого-то взаимодействия. Ну, в принципе, все. А, нет, и они сказали, что будут блокировать въезды и выезды, входы, чтобы люди не входили, не выезжали, в общем, с завода. Ну и как бы она, ну, да, потом вышла. А она представила, имя, фамилию назвала своей? Да, я записал. Докунина Екатерина Юрьевна, представитель Саратовского завода РМК и группы компании «Регион».